Хореографический ансамбль «Россия» городского округа Люберцы стал обладателем звания «Заслуженный коллектив народного творчества». В ансамбле 35 парней и девушек. Это люди разного возраста и профессий, но одно их объединяет точным. Они общаются на языке танца. Большинство артистов народного коллектива – выпускники Люберецкой детской хореографической школы. Одни учатся в высших учебных заведениях, другие уже работают. Но их трудовая деятельность далеко не всегда связана с творчеством. Слабость, головная боль. У медицинского брата Виктора Кивериса за сутки было более 20 вызовов. Рабочая смена подошла к концу. Чтобы немного перевести дух и эмоционально абстрагироваться от работы, несколько дней в неделю он обязательно посещает хореографию. Тяжело удается совмещать, но я же получаю от этого удовольствие, и я без этого не могу. Ансамбль «Россия» – это семья. Анастасия Рувинская работает техником-смотрителем в одной из управляющих компаний Подмосковья. Лестничные клетки убраны, лифты работают, график уборки подъездов на новый месяц обновлен. На сегодня работа закончена, но домой Настя не торопится, ее ждут на репетиции. Я с детства ходила в детскую хореографическую школу, меня мама в 3 года отвела. И вот на первом, наверное, концерте, когда я ансамбль «Россия» на сцене увидела, я влюбилась в них, они там взрослые мальчики, девочки, даже дяденьки, тетеньки. Я на них равнялась, всегда хотела к ним присоединиться, с ними танцевать. Но это неотъемлемая часть жизни, потому что благодаря школе и благодаря ансамблю у меня вообще есть друзья. В народном хореографическом ансамбле «Россия» Настя выступает 10 лет, Виктор Киверис – 9. Руководитель коллектива Александра Шмелева уверена, случайных людей тут нет. Танец, который они любят с детства. Всю жизнь ты должен поддерживать мышцы в тонусе, ты должен поддерживать форму. А сегодняшний день ансамбль – это выпускники хореографической школы, которая тоже уже с 93-го года существует. До этого просто приходили люди и учились танцевать. Никакой подготовки особой не было. В репертуаре ансамбля более 30 танцев народов России и мира. Коллектив получил высокую оценку жюри на фестивалях в Англии, Болгарии, Германии, Франции и других зарубежных стран. А в этом году ансамблю «Россия» исполняется 60 лет. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.